На большую сцену из провинции в регионе стартует 6-й фестиваль сельских театральных коллективов. На протяжении 4 дней зрители увидят 15 постановок. Показы пройдут в Ивановском центре культуры и творчества, бывшей ДК железнодорожников, а также в культурном центре Вичуге. Показать свои таланты на Ивановской земле приедут труппы из 11 регионов страны. Будут кукольные представления для детей, а также драмы и комедии. Одна из целей фестиваля – поддержать театральное искусство в малых городах и селах. Все участники – не профессиональные актеры, а любители, для которых театр – хобби и увлечение. Билеты на показы покупать не надо, все совершенно бесплатно. Открытие фестиваля намечено на 20 сентября. Вообще репертуар достаточно любопытный. Познакомиться с полным перечнем спектаклей можно на нашем сайте ifkult.ru. Можно позвонить к нам в учреждение 44-22-24, забронировать места. Еще раз повторяю, вход на все спектакли свободный и бесплатный. Вот, забронируйте только заранее местечки, чтобы не было такого указа, что вы пришли, а мест в зрительном зале нет.